И всем привет, ребята, вот и наша новая серия Принтер Рояль. Ну что, довольно-таки давно не было третьей карты, и чтобы ее не забывать, будем время от времени залетать сюда и делать что-нибудь интересное. К примеру, сегодня попробуем максимально пофармить все то, что нам падает с людишек. Даже в радиацию, наверное, не пойдем. Чисто люди и босса, и все. И там уже посмотрим, есть ли смысл или же нету. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже 175 500 человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще ни раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. Хотел пооткрывать новую крутую рулетку с топовыми скинами, но совсем забыл, что нет UC и не знаешь, где купить максимально выгодно. Серьезно? Тогда запоминай, сейчас я тебе покажу, где это сделать максимально выгодно. Заходим на сайт FunPay, в графе поиска ищем нужную для нас игру, а именно PUBG Mobile. Затем сразу же переходим в раздел с UC-шками, и мне надо лично 1800 UC, и ставим галочку «Продавцы онлайн». А дальше максимально простая схема. Выбираем любой для вас удобный способ оплаты, заранее зарегавшись, даже через ВК можно зайти. И все, и ждем выполнения заказа, а только после этого отправляем деньги продавцу, поэтому все максимально безопасно. Но вот это уже совсем другое дело. Теперь можно немного испытать свою удачу и попытаться выбить что-то годное. У меня в приоритете эмочка, но если же и костюм выпадет, то я тоже буду очень доволен. А вообще по секрету, FunPay — это не просто миллионы выполненных заказов и сотни тысяч довольных клиентов, это еще и классная экономия, ведь ценники на UC-шки там гораздо ниже, чем в официальном магазине, так что если хочешь затариваться, то это надо делать только там, поэтому как обычно ссылочка в описании и в закрепленном комментарии, заходи и затаривайся, ну а мы продолжаем. Так, ну и где у нас первый? О, сваливает. Да в смысле? Капец, всего тычку дал. Он издевается? Понял. Принял. Парнишка успешно ушел. Капец. Не, сейчас, конечно, есть вариант попробовать догнать его. Но, не знаю. Типа такое огромное расстояние, мне кажется, он спокойно убежать сможет. Но либо он загасился где-то. По-любому. Чего? А, это еще и фул 6. Только во второй каске. Ну все, сейчас его зажмем тут. Готов. И походу дела, я так понимаю, у него кроме авика вообще нифига не было. О, розовый. Серьезно? Стальной авик? Нормальненько. Еще и бонусом патроны. А вот и следующий парень. Только на этот раз голый совсем. Готов. Тоже удумал стоять, прятаться за максимально узким деревом. Еще и МК-ха. Блин, да мне нравится, как тут падает. По-моему, на пятой карте не всегда вот так вот получается. Хотя, опять же, это чистый рандом, но все равно. Прям годно насыпало. Теперь спокойно можно двигаться дальше, а там дальше видно будет. Самое главное, просто не слиться. Погнали. Порой даже мне нужны вещи, чтобы играть, и я их покупаю в магазине Metro Market, самый крупный и старейший магазин в мире, у которого уже сейчас закупаются все, кого я знаю и кто знает меня. Еще бы, без здесь никогда не обманывают. Приятных покупок. Я так понимаю, на школе у нас уже есть кто-то, да? Потому что, судя по шагам, боты явно так не топают. А, ну да, и боты пушки свои в атаку не перезаряжают. Да, такое себе. Потому что как бы подстволки-то нету. А он на боссе сидит. И причем я как назло метательное все забыл. Так-то можно было бы его просто закидать там. Ну да, у него вон даже часть тела в углу торчит. Оу, фул 6. Оп, готов. Какой-то тормозящий фул 6 попался. Просто отдался. И выпал красным. Рюкзачок, которых у меня постоянно ни на что не хватает. Еще и бонусом патроны. Капец.
Пипец у него магазин долгий. Полгода пройдет, пока он стреляет. Та неловкое чувство, когда на пятой карте боссики в разы легче отлетают, чем те же боссы на третьей карте. Так, почти готов. И фиолетовый. Он столько времени меня мучил и выпал фиолетовым? Да, такое себе. Я думал, хотя бы бэдгер высшего качества выпадет. Ну, в идеале какой-нибудь фракционный или золотой. Да он вообще по итогу синий. Ладно, тогда сейчас быстренько лутанем оружейку. И, наверное, прямиком на рожок. По идее, еще не так много времени прошло, и мы там кого-нибудь да поймаем. Погнали. Только по пути вот все же еще боссика заберем. Ну, потому что в магазине он, оказывается, был, и тут прям нормальный выпал. И потом прямиком туда. Все равно тут пару минут делов, даже меньше. Все, еще магазин, и он упал. Готов. И розовый. Так. ДБС. Вроде пушка редкая, но максимально для меня бесполезная. Потому что играть в два пальца с дробовиками это прям то еще удовольствие. Тут, чтобы навестись на СМК, иногда приходится что-то думать. Да тут с ДБСом. Ладно, вражок, надеюсь, еще кого-нибудь поймаем. Потому что что-то времени уже нормально так прошло. Погнали. Я сейчас, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, только что где-то с этой стороны ботинок стрелял. Хотя вроде бы как все уже зачищенные. Это, я так понимаю, просто, видимо, на боссе кто-то засел, да? Ну, просто другого варианта у меня как бы вообще не остается. И это был парень на боссе. Понял. Принял. Так. Хотя бы какая-то тычка уже есть. Чего? А я думал, он меня рашить пойдет. Это он просто сваливает. А, еще и за запор. В смысле? Да не. Вы сейчас прикалываетесь? Просто две фуловые шестерки, которые друг друга ушатали. С учетом того, что у меня нормально такой же лута. И скорее всего у него. Раз он розовым выпал. Да, я понимаю радость того парнишки, который, возможно, это все найдет. А мы, видимо, заново перезаходим, раз такая фигня получилась. Погнали. И только вот на этот раз точка респа прям реально ужасная попалась. Отсюда, пока до центра доберешься, пол боя пройдет. О, первый. Оп. Готов. Это, я так понимаю, он там какого-то парнишку пытался забрать, да? Хотя я лично никого не вижу. Вот реально, хоть убейте, никого не вижу. Хотя, смысл мне сейчас тут задерживаться? Можно же просто пойти к центру, а если надо, там кто-то сам дойдет. Ну, один фиг все к центру потом пойдут, поэтому погнали. И по-моему, я сейчас вообще не зря сюда пошел. Тот парень, который спереди бежит, только что по кому-то со снайперки работал. Если я не ошибаюсь, то это, по-моему, куда-то было в сторону горы. И вот опять. Да, он, походу, реально на гору работает. Готов? Ну все, получается, осталось только его оппонента забрать, который плюс-минус где-то на горе должен быть. Самое главное теперь, чтобы вот этот его оппонент не забрал меня раньше времени. Я так понимаю, но там еще и до последнего гаситься будет, да? Ну да. Иначе он бы намного раньше бы уже себя засветил. Я тут по открытой позиции бегу. Стреляй не хочу. Оп, а вот и он.
Это с чем он? Он типа с ВСС-кой? Потому что, насколько я знаю, единственная пушка, которую даже в упоре не слышно, это ВСС. Там реально миллиметр надо, чтоб ты его заметил. Ладно, сейчас тогда по калибру чекнем. И причем это же ВСС-ка и выпало. Фига себе он получается с этой убитой ВСС-ки по мне дамага дал. Прям нормально так получается. О, там еще и босса с дробовиком забирают. А по-моему, я вообще не зря на гору пришел. А так бы сейчас воевал бы на этих респах. И самое интересное тут пропускал. Вот он же по-любому сейчас встанет, чтобы убивать босса. Иначе по-другому он вообще его не заберет. Капец. А, еще и какой-то фейк одел. Я просто не думаю, чтобы Прайм вот так вот в открытую побежал по этому мостику. Вот просто в чем логика людей, которые подписываются другими чуваками. Я сколько раз уже убивал всяких кентов различных. Прям, можно на листик выписывать, там десятки имен будут. Праймов сколько убивал. Своих копий постоянно встречаю. Но в чем прикол, я вообще не понимаю. Типа, наверное, люди думают, что вот если мы подпишемся, как он, то, наверное, играть лучше станем. Хотя, по-моему, вообще не в этом суть. Ладно, тогда сейчас заберем бойсика, которого он по итогу так и не забрал. И потом его залутаем. Только вот теперь сейчас мне с ним мучиться. Но он его еще и не задамажил. О, 0 хп. Вот где он? Накидал, блин, своих дымов. Оу. Фига себе. А так-то нормально общались. И на тебе. С одной тычки минус половина здоровья. Хотя и ему там осталось добить буквально один магазин в голову, и он тоже ляжет. Готов. И фиолетовый. Да, такое себе. Я все-таки начинаю уже походу привыкать, когда убивая боссика, ты почти стабильно видишь розовый луч. Только вот жалко, что это все на пятой карте происходит. Так-то на третьей карте я бы тоже таких же боссов сделал. Патроны. Еще и 20 штук всего. Да, не густо прям. Что с парня пусто, что с босса. Ладно. Тогда сейчас, наверное, даже задерживаться здесь не будем. Также до магазинчика, да и, наверное, в рожок. Погнали. Только вот рожок, походу, резко отменяется. Буквально только что прям в упоре стреляли. А вон и этот парень. Капец. Он не, вообще не смотрит по сторонам, что я у него сзади. Ну, хоть под конец заметил. И то, по-любому, чисто топот мой слышал. О, забегал. Вряд ли он сейчас куда-то отсюда денется. Готов. Серьезно? Еще и крас? Капец. Походу, единственная ценная вещь, которая была на парнишке. И то мы у нее его забрали. Не, ну неплохо. Если боссики не дают, то хотя бы с парней будем забирать. Чего? Капец, просто в упоре перед ним пробежал, а он сидит и ничего не делает. А можно таких же игроков, но только на пятую карту? То ли я уже к пятой карте сильно привык, что там постоянно какие-то жесткие замесы. То ли мне такой бой фартанул на третьей. Ну реально, просто пассивный чувак. По факту халявный жетончик.
У него 1000 шансов было убить меня, пока я бежал от того парня сюда, через дорогу. И он такое ощущение, как будто в упор меня не видел. Не, ну все. Сейчас тогда чекнем что-то по бойсику. Да, наверное, пойдем временного заберем. А то я с этой пятой картой совсем уже от временных бойсиков отвык. Погнали. А вообще, если так подумать, то как-то тихо сегодня. По-моему, в те разы, когда я заходил на третью карту, тут явно повеселее и побольше народу было. Хотя, может, в радиации все. Так, понеслась. Все, теперь просто ждем, когда он сам к нам выйдет. И спокойно забираем. Только вот урона мало. По-моему, раньше быстрее было. Готов? Серьезно? Синий. Да. Походу, я реально очень долго не играл на третьей карте и совсем отвык, что тут даже такие боссы выпадают. Вот как бы на пятой карте, если я не ошибаюсь, ну не считая маленьких ботинков, я ни разу с боссу синий луч не видел. Да тут просто вторая же катка. И босс падает синим. Ладно, сейчас чекнем, что у нас там по рожку. Ну а дальше видно будет. По-любому еще ждать второго временного. Погнали. Я же сейчас не один это слышу. Просто зашел, блин, на рожок. И здрасте. Тут, оказывается, кто-то есть. С учетом того, что уже как бы полбоя прошло. И он еще и ко мне бежит. Нормальненько. Так, пошел урон. Чего? Ботинок? А, нашли, когда зарез пацан. А нельзя было это в другое время сделать? Оп, готов. Серьезно, он с радиацией шел. Капец. Просто даже в радийку ходить не надо. Да она сама к тебе пришла. Бери да лутай. Мне, конечно, сейчас, возможно, это показалось, но, по-моему, там одних только чертежей 9 штук. Так, 7 планшетов, 2 детектора и 9 чертежей. Вот почаще бы такие бои как-то были бы. Просто если сравнивать с тем, что происходит на пятой карте, то ради каждого жетончика тебя убить готовы. А тут просто тебе приносят радиацию всю. И у него только с собой в сумке было 9 чертежей. Я так понимаю, там в сейфе было около 4 слитков. Прям нормально так ему насыпало. Ну и мне в том числе 3 миллиона стоимость. И для третьей карты это очень хорошо. Хотя, если так подумать, то после вчерашних 7,5 миллионов стоимости, это прям очень мало кажется. Но третья карта. Для третьей это прям очень годный лут. Почти готов. Так. Розовый. И тут у нас пятая каска. Не, все-таки изначально я еще не думал, что возможно получится прям реально нормально пофармить. Но сейчас понимаю, что наш фарм более чем удался. И радейка, и шмотки, и еще буквально через минуту следующий бойсик появится, на которого, я думаю, можно будет сходить, да и флайер вызывать где-нибудь. Поэтому погнали. И ведь он не очень даже плохо выпал. Хотя бы не в снэкпите. А то до снэкпита пару минут бежать. А так, заберем и на школу флайер вызовем. К тому же, это босс с дробовиком, и по идее, в этом месте с дробовиком боссы легче падают, чем с пулеметом. Так, ботинок раз.
Ботинок 2. И только босс остался. Чего? Это-то откуда? Капец. Откуда этот ботинок прибежал? Просто пронесся такой. Опять этот баг с их приседом, да? Просто когда он садится, нереально в голову попасть. Постоянно обычно этот баг ловит тех, кто с пулеметом. Да тут с дробовиком поймал. Что? Красный? Неплохо так напоследок шестая бронька выпала. Нет, вот теперь со стоимостью 3200 на третьей карте, я думаю, можно и к выходу идти. Ну а точнее на школу и вызывать там фаер. Погнали. Ну что, ребят, вертушка уже у нас с вами на подлете, и это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет потихонечку заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся как обычно завтра. Всех обнял, пока.